Помещение Ленинской районной организации Всероссийского общества инвалидов буквально утопает в пакетах и подарках. Здесь, как и во многих других местах муниципалитета, проходит неделя доброты и щедрости. Проводится она уже в четвертый раз. И в этом году так совпало, что с 1 по 10 декабря ежегодно отмечается Международная декада инвалидов. Декада инвалидов – это то время, когда нам хочется окружить особым вниманием, заботой людей с ограниченными возможностями здоровья. Инициатором недели доброты и щедрости выступает Координационный совет общественных объединений при поддержке органов местного самоуправления, общественной и торгово-промышленной палат Ленинского городского округа. Нам удалось встретить очень много отзывчивых людей, которые готовы были присоединиться к этой акции «Неделя доброты и щедрости», которые везли сюда нам много наборов, зубные пасты, продукты питания, памперсы, все то, что нужно людям с ограниченными возможностями. Участников благотворительной акции, готовых помогать и дарить частичку души, с каждым разом все больше. Коллективы различных предприятий, учреждения образования, бизнес-сообщества. Это десятки учреждений и сотни людей с большими сердцами. Мне очень приятно, что к нам так относятся, что нас не забывают, что нас поддерживают. Я очень благодарна всем спонсорам. Мне очень приятно, что люди заботятся о других людях. Подарки получит каждый, кто состоит в Ленинской организации Всероссийского общества инвалидов, а это более 400 человек. Тем, кто не может самостоятельно передвигаться, увесистые пакеты привезут на дом. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.